Добрый день. Добрый день. С вами Алла Разводовская и Людмила Морозова. И мы сегодня будем готовить три салата, ингредиенты на которые мы будем варить одновременно в сковородке с антипригарным устройством iCook. Как правило, когда Новый год и еще 31-го рабочий день до обеда, то особо как-то временем уже тут 12, а мы еще салаты не нарезали. Поэтому я знаю, я обычно так делаю, и это очень удобно, и я думаю, что это полезный совет, пригодится многим хозяйкам. Мы готовим три салата: шуба, винегрет и оливье. Не удивляйтесь, это все будет под мой сковороде готовится. Мы с вами не прощаемся, мы с вами прерываемся на 30 минут. Посуда iCook. Просто купи. Вот уже и приготовились наши ингредиенты для салата. Сейчас мы достанем нашу сковородку. Чудо! Открывай, Людочка. Опа! Вот такая получилась красота. Так, Людочка, залей. Ай, горячее. Ваше внимание, уважаемые зрители, яйцо варилось 40 минут в сковородке на пару. Белочек обычно, если долго варится, появляется черный кантик возле, ну, белок между белком и желтком. Пожалуйста, все красиво, все исключительно идеально. Шубу, конечно, надо сделать вечером и дать ей ночь постоять в холодильнике, чтобы она пропиталась и настоялась. Это правильная такая. Хватит. У меня такое ощущение, что там еще есть какая-то. Я тогда посмотрю. Нет, Людочка, мы все ингредиенты использовать. Все. Ну вот, в принципе.
Приятного аппетита! Смачного! Да. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, готовьте, задавайте вопросы, делитесь своими впечатлениями, делитесь своим опытом. Телефоны внизу под видео. Всегда рады слышать ваши звонки, ваши предложения. Приятного аппетита! С Новым годом! Посуда iCook. Просто купи.